Его авторитет был огромен. Вся питерская братва обращалась к нему не иначе, как на «вы», уважительно называя Степанычем. Ты что в мусоре-то ковыряешься? Ты же сказал, не твой мусор, а что ты его забираешь? Мы тут с Вовой постояли, что-то поговорили, порешали. В принципе, что нам вот ругаться тоже, да, из-за ружья. Ружье он там забрал у меня. Все-таки друг как никогда. Раз мы уж на одной дороге встали по разные стороны. Вот, кому-то одному надо уйти. Решил я завязать, короче, со фото, чтобы как бы друзей больше не терять. В общем, опять мы с ним братишки, опять друзья. Вот он сейчас уехал. Попросил, говорит, давай там кучу убери. Мусор тут раскидай. Вот сейчас раскидаю маленько. Уберу тут все. По кучкам так разложу. Нормально все будет. Но зато друзья будем, что. Считаю, уже как бы друг другу ничего не будет, претензий ни у кого ничего. Вот нормально все будет. Все-таки дружбу нельзя, так которая нажита. И годами так раскидываться, да? Помогу мусор убрать. Что у него? Друзей, кроме меня, больше нету, похоже. Помочь никто не может. Вот. Ладно, что, корефан есть корефан. Все.